Привет, смешники, мы продолжаем пройти руку под названием Ahead in Time. Но у нас осталось, в принципе, уже больше ничего, 95% и две части времени. Два сколько времени. Это нам остался разлом пройти и босса финального. После чего мы продолжим уже играть DLC. Либо я могу начать DLC, а уже потом, так сказать, начать проходить босса. Так, как вы понимаете, мне нужно вот сюда. То есть это у нас мельница, а со стороны где-то, где кошачий домик. То есть вот эта горка, да, я понимаю. И вот как раз обзор на мельницу. То есть мне нужно пока что сюда ехать. Take care, kid. Он стоит, видно его. Так, ну, все равно остается вопрос. То есть это вот этот домик. Да, вон он, разлом. Так, и на разлом. Тропа кудрявого хвоста. Мысли. Ни хера себе. Ага, типа арена была. А, вон оно что. Ну ладно. Еще раз краску. Ладно. У нас, в принципе, с вами еще есть жетоны, которые мы пособирали. Поэтому, по факту, я могу активировать и получить еще две финтиплюшки. Сходим на босса, после чего после босса пойдем. Я вот не помню. А, все, вспомнил, что там. Ну,
Так, окей, я здесь. У меня 12 подарков. Подожди. Сколько у меня вообще монеток? 8. Значит, где-то одну монету я потерял. Морозная шляпа в виде ракушки. Нет. Фигня. Так, ну что, у нас получается остается босс. Поэтому погнали к боссу. Сейчас бы мне эта херня убила, мне кажется. Так, маска обитателя. Для бега. Но это не такая, вот это более прикольно выглядит. Готово. Ну что, последние часики. Пойдемте. Конец времени. Финал. Обнаружен временной осколок. Глава. Конец времени. Да. Поехали. Акт первый. Возьмите. Интересно, каким я могу быть местом? До 200-го дойду. Давайте проверим, до скольки вообще можно. Не, мне надоело. Извините. Я бывала в ранее в жарких кухнях, но это нечто другое. Не знаю, как ты умудришься, но... Не потеть, но меня будто варят заживо. Может, ты сможешь пропустить очередь и узнать, кто тут шеф-повар, девочка? Свали. Карапуз, я пытаюсь стоять в очереди. Похоже на этот раз, когда весь город был в лаве, только иначе. Тут так жарко, моя жидкость почти кипит. Босс вытащит нас отсюда. Диджей Грувс, звезда, знаешь ли? Мафия не заслуживает такого. Мафия жила и развлекалась на острове днями, а здесь всегда 5 часов утра. Это не мой угрожающий, подавляющий дом. Постарайся не упасть в лаву, дети. Дым, огонь, ярко горит. Это озадачивает. Зачем нам, птицам, собираться здесь? Ты знаешь, коллега-преступник?
What are we being judged for? За что нас осуждают? All our movies were wholesome. Мы всю жизнь снимаем только боевики. Good to see you, рад тебя видеть, дорогуша. Nice. Приятно знать, что я не единственная суперзвезда в этом безвкусном месте. Проскользну через эти двери и узнай, кто командует парадом, ладно? С каких пор жуткие преступления? Так, теперь на другую сторону. Эй, дитя, как поживает твоя душа? По-прежнему дрожит где-то там? Хотел бы я знать, кто считает себя таким крутым, что судить меня. Ну, забрал я пару сотен душ. Подумаешь? Окажи нам всем услугу, малышка. Сходи, проверь, кто считает себя лучшим нас. И нападай им. Обычно я не советую подобное, но это довольно... Авторитарный вопрос. Окей. Так, теперь в эту сторону идемте. Послушай, девочка, говорю честно, я из всех мест, что я посетил, это бесспорно самое худшее. Ты должна пойти туда внутрь и показать той девчонке, кто тут босс. Чтобы я мог вернуться на Луну. Луна была намного веселее всего этого. Я верю в тебя, девочка. Приветствую, коллега. Предполагаемый преступник. Нас тут очень много. Оглядываясь назад, я не могу лучше проложить жизни. Мафии не нравится быть осужденным, заставляет нервничать. Пойти через костюм. Не уверен, если судя за преступлением или за готовку. Не уверен даже, что это страшнее. Я точно не успею вовремя на работу. Это все еще ждет поезда. Мы все воспылаем. Скоро, совсем скоро. Мы все здесь из-за преступлений. Предположительно. Какое предполагаемое преступление ты совершила, коллега-преступник? Какой юридический термин используется для твоего преступления? Дефис. Понятно. Итак, это лицо Дефис. Я вообще никогда ничего не нарушал. Ты тоже здесь, милая? Что это за место? Я никогда не нарушал законов в своей жизни. Кто бы ни был, я не дам судить тебя, как какой-то усатый. Без шляпы. Капюшона носящий. Статуя позирующий. В замке живущий. Билеты подающий. Клювоголовый. А, нифига, тут еще и враги будут. Я думал, это прыжок будет перебором для меня и моей камеры. Ага. Ну типа время есть. Ау. Мои коллеги-преступники не возникли обратной славы. Очень странно. А, это потому что мы постоянно в лаву прыгаем и у нас. И мы подлетаем, да? Отдай свой обратный билет. Окей.
да ладно, монета разлома. Теперь у них ровно все 9. Здоровье на яйцо, нечего сказать. Бинь. Паум. Не ловушка ли это? Так, ладненько, сделаем тогда таким образом. Так, а теперь ставим обратно. Так, не знаю, куда мне это приведет. Ага. Мы преступники. Как рады, что не совершали ТФС. Так, окей. Я могу сразу туда перелететь, по идее. Но я не буду рисковать. Подожди. Да ёлки, что за хрень? Да, я думал, здесь просто я зайду к боссу и сразу... Ой, нифига себе. Она что, мне еще и картины украла? Я понял, она мне еще и картины стырила. Где я, Мона Лиза? Осторожно, дети. А вот это сейчас будет нормально. Bang!
Я здесь не пройду. Я не сова. Трюкач. А что здесь проходить? Пахнет курицей. А, она сделала картины себя теперь. А ну-ка. А, здесь те же самые. Она что, все мои скалки поворовала? А, точно. В этот раз я даже не бил того старика два дня подряд. Ого, какая трогательная история. Шутка. Плохой, следующий. Я сказала, следующий. А, это ты. Ты была немного эгоистичной, мелкий вредителем, какая разница? Ты почти не стояла у меня на пути. Ты можешь идти. Ты хорошая, наверное. Давай, иди. Можешь жить. Следующий. Прошу прощения. Даже не смей приближаться ко мне. Думаю, ты не совсем понимаешь, кто здесь главная девушка. Знаешь, я хотела тебе простить, когда-то я думала, что мы станем лучшими друзьями. Но нет, ты оказалась гнилой, эгоистичной. Спасти планету от плохих парней? Кому это нужно? Я права? Посмотри, что я сделала без тебя. Я восстановила справедливость. Я есть справедливость. Никаких плохих парней. Никогда. Ты мне не нужна. Ты не нужна этой планете. Никто не вспомнит про тебя. Потому что всем все равно. Ты плохой человек. И я покажу тебе, кто эта система правосудия разбирается с плохими парнями. Ага. Ого. А, то есть я мог... прыгнуть и атаковать ее. Ага, я еще не успеваю, ни хера себе. Она может проваливать. Девочка с усами здесь не рады. Мафия говорит, проваливай. Все верно, проваливай. Никто не хочет видеть тебя здесь. Не так ли, большой парень? Это реальность, просто отстой. Проваливай. Проваливай. Не так ли, парни? Проваливай, проваливай, уходи. Да, проваливай. Что? Но я все исправляю. Никаких плохих парней. Почему вы не видите, что я делаю это ради всех нас? Как ты можешь стоять за этих людей? Они мошенники, преступники, и ты... ты помогаешь им? Это закончится сейчас. Ой, а теперь начинается босс-файт.
Я, конечно, не знаю, куда мне бежать, но пока что просто поворачиваюсь. Вот оно, вот оно. О. Тихо. Мое дело просто поворачивать. Вторая фаза пошла. Маленькая девочка со шляпой не может даже ударить усатую девочку. Мы должны помочь. В смысле, я уж ее атакую. Так точно, парень. Давай дадим ей что-нибудь такое, чем она может ударить эту маленькую красную зануду, чтобы она проваливала. Let's roll. Покатили. Маленькая девочка, толкни нас прямо в уродливую рожу этой красной мелочки. Так я ее тоже атакую, разве нет? Опасно. А, то есть... Да, она щит подрубила. Она щит подрубила! Тихо. О, манайте. Давай подпишем контракт и заставим исчезнуть эту девочку. Раз и навсегда. Ладно, пошли. Я создаю, ты бросаешь. Ау. Ау. Так, мне хп надо, срочно. Хватит! О, когда мафия взрывается, с мафии падают шарики. Это дает мафии идею. Маленькой девочке в шляпе нужна помощь, чтобы повернуть время вспять. Если мафия взрывается, маленькие девочки в шляпе получают полезные шарики. Мафия должна взорваться, чтобы спасти мир. Что? Это план безумен. Коллега мафия, не беспокойся. Если у маленькой девочки получится, мафия вернется, когда время перемотается. А сейчас ударь меня со всей силы, коллега мафия. Без колебаний. Девочка в красной капюшоне, проваливай! Девочка в шляпе, вот, держи! Эти парни из мафии такие безрассудные, смелые, но в этом чем-то был смысл жизни, если нет моего любимого поезда. Ладно, держи, Грумус, мы вдвоем поможем этой маленькой шляпной мелочке. Приготовься к подлому удару и целься в мое лицо. Это мое слабое место. Эта злобная красная мелочка должна проваливать. Что это?
Если все исчезнут, кроме меня, я останусь одна. Плохие парни, прекратите! Нет, это ты, злодей! Проваливай! Нам не нужен герой! Проваливай! Проваливай! Мои силы исчезают? А, стоп, я еще не бессмертный! Ё-моё! Вот почему время такое долгое! Сложно ловить ее. Так, ну что, просто загружается, я жду. Сбросить временной осколок вниз и одолжить девочке в красном плаще немного сил временной осколком, чтобы помочь ей победить мафию. А вам может не хватить энергии, чтобы гарантировать добраться до дома. Ну, давайте. Кажется, нас там больше 40. Не покидай нас. Эй, малышка, давай заключим еще один контракт. Не смей бросать нас, милочка. Давай посмотрим наш фильм, дорогуша.
все, ребят. На этом игра заканчивается, однако не история, так как у нас еще есть впереди два DLC, какие-то контракты, и у нас еще дохера модов на прохождение. И мы это все еще пройдем, ребят. Себе игрушки всех тех. Конец. Вот и все, ребят. 23. У меня еще есть коконка. Ну, смотрите. Сто процентов мы прошли игру. Давайте оценивать игру. В принципе, как игра с почти свободным миром, да, то есть с огромными областями для исследований, игра очень отличная. То есть здесь есть обязательный и необязательный поиск предметов. Также здесь есть элементы даже хоррора. Это тот же самый, когда мы играли. Здесь можно проходить обязательно или по необязательной миссии. Давай, на удачу, погнали. У нас последние 3 монеты. На последние деньги ни хера ценного. Ну, хоть что-то. Окей, если так смотреть. Большое количество уровней, но здесь просто сама здоровая локация подразделяется на уровни. Ну, на эти же главы. Если смотреть с этой стороны, то не так уж и большая игра в плане уровней. Если же смотреть по... Ну, короче, количество уровней. Пускай их не так уж много... Но они здоровые для исследования. Игра не дает заскучать. То есть, когда что-то постоянно происходит. Происходит что-то интересное. Также можно взять кастомизацию персонажа в плюс. И довольно прикольный сюжет в плане того, что он интересный. Моя шляпа. Ну это ж просто шляпа, нет? А, у меня ж тогда шляпу похитили, да? Точно. А боссы? Боссы отдельная тема в плане того, что они довольно динамические, они интересные, у них есть у каждого по несколько фаз. Некоторые, конечно, боссы, но я не сказал бы, что кто-то разочаровал. Типа, у нас были боссы какие? Призрак, туалет, усатая девочка, мафиозник на бочках, мафиозник на мафиозниках. Пингвин, да, финальный босс, киношник. Ну, цветы, типа, можно считать боссом, не знаю. Ну, в принципе, такое все.
Что еще можно отметить? Кастомизацию. Ну, по цвету, ладно, здесь не очень такое. Кастомизация в плане вот этого. Собираемые предметы у нас были монетки. Значки для улучшения. Даже есть режим хардкор игры. То есть, когда у тебя просто одна хпшка. Оружие, конечно, жалко, что больше никакого не было. Запоминающиеся персонажи были в какой-то степени. Даже один из персонажей ломал четвертую стену игры. Также, наверное, ну, все. Что я могу... Управление довольно прикольное, оно плавное, то есть оно отзывчивое. Вот, допустим, я иду на миллиметр, оно сразу отзывается на миллиметр. То есть в этом плане немножко удобно. Из минусов, ну, наверное, из минусов я возьму кризиснутую локацию. Единственный минус, наверное, когда мы с вами вот то пытались цветок уничтожить на лавовых горах, когда у меня просто шо погорело, потому что я задыхал полностью 3 раза. А так больше никаких сложностей нету. Ну что, думаю, тогда на этом мы с вами заканчиваем. В следующей серии мы уже продолжим проходить Долце. Вот оно как раз, Дёрти. И следующий у нас будет вот там Долце. Это Долце из Долце. А есть еще Долце, которые у нас влияют на, так сказать, контракты. Я не знаю, что за контракты, но мы их тоже сыграем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.